Итак, дорогие друзья, подписчики, находимся в музее на вокзале, расположенном на вокзале Воронеж-1. Здесь у нас паровоз L5293. Автоматриса ЭЧ-2031. Паровоз водой, видимо, заправляется. Электровоз ЧС-4, 224. Вот такой. Матриса АС-1А. Уралочка. Вот такое произведение искусства. Уралочка называется. Здесь дальше также расположены интересные экспонаты. Автоматриса АС-1А. Подписано НОТ 5. Какое-то отделение дороги. Интересная очень матриса. Никому не известная. Похоже на вагон метро. Тепловоз ТГК-2 гидравлической передачи 8764. Их уже мало осталось, очень работают, наверное, только на подъездных путях, либо в ПЧ где-то. Вот такой тепловозик ухоженный, покрашенный. Электропоезд Р9П, вывеска Воронеж, номер 74. Здесь такие интересные цистерны. Перевозили керосин. Оборудованы тормозом Матросова. Здесь еще буксы какие. Не роликовые. Цистерна для перевозки цемента. Также оборудована тормозом Матросова. Вот такой воздухораспределитель интересный. Тормозной цилиндр. Вот такой экспонат. М9005. Воронеж. Головной вагон электропоезда. Модернизированный Р9П. Вот вагон очень интересный. Крытый. Такая платформа маленькая. Кран. Путевой струх. Машина ЩОМ. Щебнеочистительная машина. И в конце снегоочиститель с двумя желтыми щитами.
Вот такой небольшой железнодорожный музей, расположенный на вокзале Воронеж-1 Юго-Восточной железной дороги. Здесь велосипед рельсовый. Очень интересный экспонат.